За прошедшие выходные три машины в разных городах врезались в деревья. В Бендерах 19-летний парень не справился с управлением на пересечении Коммунистической и Первомайской. Камера безопасного города сняла, как БМВ резко занесло влево на встречную полосу. Перескочив через бордюр, машина врезалась в дерево. У водителя сотрясение мозга и рваные раны лица. В машине он был один. Юношу на скорой доставили в горбольницу. ГАИ проводит разбирательство. Известно, что водительский стаж пострадавшего меньше года. А эти кадры сняли очевидцы в Тирасполе возле ПГУ. На перекрестке 25 октября и бульвара Гагарина столкнулись Volkswagen и Infiniti. От удара японская машина вылетела на газон, где встретила дерево. По счастливой случайности, в это время там не было пешеходов. Водители тоже не пострадали. ГАИ устанавливает степень вины каждого из участников аварии. Дерево фигурирует и в сводках Дубасарского ГАИ. Ночью 34-летний водитель «Пежо» не остановился по требованию госавтоинспекторов. Началась погоня. С превышением скорости водитель помчался в сторону села Цибулевка, но вскоре не справился с управлением, выскочил с дороги и врезался в дерево. Во время удара машина получила серьезные повреждения. Сотрудники ГАИ помогли пострадавшему выбраться из салона и вызвали скорую. У него черепно-мозговая травма, перелом ноги, ушиб грудной клетки. Освидетельствование показало, что водитель сел за руль пьяным. Теперь ему грозит штраф и лишение прав до 2 лет. Такое же наказание грозит еще 10 автовладельцам. Как сообщает пресс-центр МВД, именно столько пьяных водителей сотрудники ГАИ задержали с начала февраля. Еще 4 водителя отказались от медосвидетельствования. Их лишат прав. 3 человека сели за руль, не имея водительского удостоверения. Им тоже грозит штраф или арест на 15 суток.